Так, вот такой вот наш автобус, Фликсбас из Таллина в Вильнюс с транзитом через Ригу. И сейчас я буду заходить уже. Камера у меня почему-то моя не включается, GoPro-шка, но есть телефон, резервный вариант. Пока что мы не оставляли. Заходим и ищем места. Так, народ, у меня включилась камера. Мы уже в автобусе. А, не видите? Угу. Да. И скоро уже поедем в Вильнюс. Где-нибудь здесь будет у нас пауза. Я вам поснимаю, где мы выползем. Смотри, прибралась. Я хотела занять места, а тут уже оказывается. Ну да, у нас. Мы сидим так клево, козырно. У нас задние места, вот эти все в ряд. И мы сидим вчетвером тут, поэтому сейчас тут автобус будет весело вместе с нами. Ладно, встретимся с вами на паузе, на остановке. Итак, наша первая остановка была быстрее, чем я думала, в аэропорту. Все дело в том, что этот автобус едет из Таллина, и у него была остановка на автовокзале, где мы сели, и теперь в аэропорту, и некоторые люди отсюда вышли, и я так предполагаю, что они собрались куда-то лететь. А остальные все люди едут дальше в сторону Вильнюса. И мы в том числе. Короче, народ, у нас интересно, так автобус стоит на станции, вот этой вот станции в Поневежесе, 5 минут. То есть реально нужно было за 5 минут успеть сходить в туалет, а причем еще что, там туалет такой ужасный, за 50 центов дырка в полу. Короче, наши убежали в Норвессу за едой еще, потому что реально стоянка 5 минут, за 5 минут можно успеть ходить в туалет, в котором была очередь. И что-то еще перекусить хочется же купить. Вот стоим, ждем. Фух, все. Мы успели, все. Ну, наверное, больше, чем 5 минут все-таки прошло. Ну, наверное, они специально так говорят, что 5 минут, чтобы люди сильно не ковыряли. Ну, конечно, минут 10, но ковырялись все равно все. Сейчас соберемся и поедем дальше. В общем, мы сейчас понижемся. Сняла немножко макушка. Засниму. Это значит, в Невежесе полпути до Вильнюса. Еще одна, я не знаю. Все. Нас пересчитали всех, как цыплят, чтобы мы не потерялись нигде по дороге. Вот и я усаживаюсь на свое место, и мы едем дальше. Я думаю, что уже без таких остановок до конца до Вильнюса.